І зараз ми переходимо до моєї теми, тому що подорожі. Подорожі – це мрія, мабуть, кожної людини. Живемо для того, щоб подорожувати. І, на щастя, все ж таки, я виберу путівку і поїду на Новий рік. А куди поїхати? Про це якраз і поговоримо. Та сьогодні ми запросили до нашої ранкової студії експертку саме з тревелу. Її звати Юлія Яковлева. Сьогодні розберемося з видами зимового відпочинку. Доброго ранку. Добре утро. Ви знаєте, ми розпочнемо з того, що займемо дві позиції. От Олесь віддає перевагу чому? Я гори в будь-який час. Літо, зима, осінь, ранок, обід, вечеря. Ось гори для мене – це просто любов. А я беру, наприклад, теплі краї, тому що хочеться взимку трішечки і тепла відчути. І от, наприклад, якщо у вас є такі дві категорії людей, як їм краще спланувати свій зимовий відпочинок і куди направитися? Конечно, всегда все делятся на две категории. Я, например, тоже, когда у меня есть выбор, куда поехать на Новый год, я всегда отдаю предпочтение лету. Хотя вот мечтаю о Финляндии, например. Вот я бы отдала, наверное, первое место для новогодних путешествий, это именно Финляндия, потому что это сказка, это снег, Лапландия, деревня Деда Мороза, там и собачьи упряжки, и сани, олени. Иногда, может быть, повезет, и можно увидеть северный сияние даже. Ага. То есть вот в Финляндии я бы вам порекомендовала, если вы хотите вот такое именно волшебство, сказку, ощутить атмосферу Нового года. Ну, если мы продолжим тему именно зимних путешествий, то следующий наш пункт – это Европа. Можно рассмотреть, например, Австрию, горнолыжные курорты, может, Швейцарию, а может быть и Францию. Вот если говорить, кстати, европейские страны, да, вот если мы будем говорить о таких поездках на уикенд, которые и по бюджету, да, это не огромные экспедиции и долгие поездки, то можно выбрать уикенд, например, в европейской стране. Но нужно очень осторожно, потому что вы слышали, наверное, пару дней назад Италия, например, они так закрыли границы для украинцев, и что я наблюдаю в социальных сетях, просто бум, люди говорят, что на день рождения, там, на праздники взяли билеты, и вот приходится как-то выходить из этой ситуации. И очень важно, чтобы когда вы покупаете билет, чтобы брать возвратный тариф, чтобы можно было либо вернуть авиабилет, получить деньги, или, например, поменять на другую удобную дату, когда границы будут открыты. А ты сказала, це повернення, це послуга дорожче коштуватиме, так? Чому? Ну, тому що, кажете, треба обирати. Да, вот есть очень разные. На регулярных авиакомпаниях, да, то есть там у них заложена возможность возврата. Просто нужно, у всех очень по-разному, разная политика, но нужно акцентировать на это внимание, и когда вы бронируете, просто либо да, либо доплатить, если это там предусматривает компания дороже, чтобы можно было вернуть. Или тогда, если это лоу-косты, например, то уже можно рискнуть. Ну, это уже каждый сам це решает. Це поки що по серці. Ось так лоу-косты. А, тако боляче, тому що не вийшло полетіти. І, відповідно, мені сказали... Да, серйозно. Ну, это нужно не забывать, это обсуждать. Это политика авиакомпании, у каждого своя. Поки що зимові мені подобаються, я завертаю, беру, особливо Фінляндію. По літнім. Ой, по літнім, ну це просто. Ага, я зрозумів, я зрозумів, да. Тут вже одразу. Да, сейчас все расскажу. Ну, я не буду говорить о Египте, например, потому что, ну, во-первых, там прохладно зимой, там ветер, нужно выбирать бухту. Ну, это Египет, очень многие были, все о нем знают, мы его оставим. Но даже если вы едете в Египет, то я предлагаю выбирать не банальное путешествие, а просто в отель, да, на all-inclusive, а можно, например, плавать со стаей дельфинов. Ух ты! Я недавно видела в Инстаграме, просто это невероятно. Вот моя знакомая, они снорклили, ныряли, и там просто огромная стая дельфинов, их, наверное, 50. Вот очень много. И вот есть действительно такие места. Так что даже Египет может быть не банальный. Но какие бы направления я предложила? Это, например, Кения или Танзания. В Кении или Танзании есть все. С одной стороны, это пляжный отдых у океана, это голубая вода, это белый песок. Ну, там очень классная атмосфера, но в то же время это не просто отдых вот ленивый, да, что вот мы легли на пляже, ну и все, да, и уже там как говорят, что некоторым на седьмой день на Мальдивах скучно, потому что обошли весь остров, наплавались, да, а вот Кения или Танзания предусматривает именно экспедицию, это сафари в национальных парках, и ну это просто невероятно, когда в отеле ходят зебры, жирафы, львы. В отеле? И иногда прямо в отеле, что? А иногда вот нужно поехать в национальные парки.
Вау. А скажіть, будь ласка, чи немає проблем, ну, от згадуємо, наприклад, історію Олесі про те, що ковід все одно нас не покинув, як доправитися туди? Тобто, чи працюють там усі вакцини? Ось ті моменти ситуації, що потім так само, знаєте, не купити і забути. Прежде всего, вот куда бы вы не хотели отправиться, я предлагаю проверять страну на возможность въезда, на правила въезда. Есть очень удобный телеграм-бот, называется «Корона Travel Bot», куда можно, вот это очень легко, очень удобно, просто набрать страну, вы пишете в телеграме страну, и вам выдает полный перечень правил, как можно въехать в эту страну. Есть также сайт, называется Visit Ukraine, и там описаны все правила как для въезда в Украину, так и как украинцы могут въехать в другие страны. И это очень удобно, я каждую страну проверяю, и вот очень часто ко мне обращаются за советами, куда лучше поехать, и всегда вот перед тем, как тоже вот прийти к вам сюда, я каждую страну проверяю на возможность въезда. То есть в Кению, в Танзанию сейчас проблем нету, пускают, и в целом, если мы говорим про все страны, да, то в некоторые страны нужна вакцинация, в некоторые достаточно только ПЦР-тест. Угу. То есть все это нужно проверять. А от ви сказали, що є такий пасивний відпочинок і є, да, в принципі, є активний. То якщо розмежовувати, от людина хоче поїхати в Єгипет просто там тиждень позасмагати, а інша хоче максимум драйву, якихось вражень, куди краще в цьому випадку їхати, що обирати? А от якщо говорити про пасивний отдых, я би ще додавала такі направлення, як Мальдіви. Звісно, це просто рай, це найромантичніше місце. І от мій друг собирается делать предложение своей девушке, вот они летят на Мальдивы, он говорит, ну нет, это банально. Я говорю, да ладно, каждая девушка мечтает полететь на Мальдивы со своим любимым человеком. Тебе, если бы они сейчас дивились на этот момент, мой друг хочет сделать пропозицию, и девушка, он такой... Дякую. Я с его девушкой не общаюсь. Все нормально. Вот Доминикана, да, постоянно соревнуются Мальдивы и Доминикана. Доминикана тоже, она яркая, она достаточно пассивный отдых там, но вы знаете, в любой стране, в любом месте можно выбрать экскурсии, то есть каждый делает свой выбор. Но если вот пассивный отдых Мальдивы, Доминикана, я бы еще добавила Сейшелы и Маврикий, и то... Вот Сейшелы и Маврикий там также можно сочетать с активным отдыхом. Там есть очень интересные парки. Можно зайти, например, даже льва, ну, возле льва постоять, погладить не всегда, там только маленьких. Но есть очень интересные, именно активные виды отдыха. Есть тарзанки. И, ну, всегда можно придумать что-то очень веселое. Следующее направление, которое открыто, и я призываю всех присмотреться к Латинской Южной Америке. Там очень много открытых стран, и они просто потрясающие. Коста-Рика, например. Я первый раз в Коста-Рике гладила тукана. Тукан – это что? Это птичка такая. Еще там, наверное, лет 5 назад, многие, ну 10, многие думали, что, возможно, это вид попугая. Но это тукан. Они очень... Классная, просто как котята в этом отеле-зоопарке. При отеле вот работает зоопарк, и там выхаживают туканов, которые жили у недобросовестных граждан, как домашние животные. А и... Пробачте, будь ласка, ви просто так класно перераховуєте, все так красиво, і туди можна, і сюди можна. А український бюджет не дозволяє сильно розгулятися. Якщо брати на пару, наприклад, поїхати, давайте спробуємо з Фінляндії одразу. Приблизно скільки це може вартувати, якщо так от на тиждень спробувати влаштувати собі зимовий відпочинок? Смотрите, если мы говорим про минимальную стоимость отдыха на Новый год, это один вопрос. А если мы говорим про Финляндию, это абсолютно другой вопрос. Ага. Вот, например, Финляндия, ну, хороший отельчик в Леве, это где-то 76 тысяч гривен. Вот в декабре была такая стоимость на 7 дней на двоих. 76 тысяч гривен? Да. Да, есть такие цифры. А если мы говорим про отдых, вот куда полететь на уикенд, да, и вот с чего начать, можно рассмотреть тот же небанальный Египет. Там, например, стоимость отеля даже на Новый год стартует где-то от 15 тысяч гривен. Это на двоих или на одно? На двоих. Ух ты. Но
Также стоит помнить, что Новый год – это самое дорогое время в принципе в году для путешествий, потому что все хотят, у всех есть каникулы, да, и все хотят поехать именно в этот период. То есть на будущее, на следующий год, если вы хотите поехать в классную поездку на Новый год, стоит об этом позаботиться заранее. Вот где-то в августе месяце, возможно, вот даже к Черной пятнице в ноябре тоже были, то есть начиная с августа, заканчивая до ноября месяца, были очень интересные предложения. Как от авиакомпании, также это может быть раннее бронирование, которое более выгодно все-таки заранее. Один момент. Чи не буде такого, що ми забронювали раніше, а потім нам, ой, вибачте, на жаль, готелі всі були зайняті, була помилка, і вам або не забронювали, або X2 ціна? Нет, нужно просто обращаться к доверенным туристическим компаниям. Если вам нужно посоветовать, вы всегда можете добавить меня в социальных сетях, я вам посоветую самые лучшие и проверенные. Но здесь также стоит вопрос, нам идти в турагентство, опять-таки, или планировать путешествие самому. Здесь тоже нет конкретного. Нужно смотреть, нужно сравнивать. Если это пакетный тур, то, скорее всего, будет выгоднее все-таки забронировать в турагентстве. И тем более, если это раннее бронирование, очень удобно. Сначала можно внести там от 10 до 30% стоимости тура. И, то есть разбивается на равные платежи, и таким образом легче выплачивать, да, эту сумму можно начать, например, там, весной выплачивать на следующий Новый год, ну, к примеру. Ну, да? Так. Вот. Но также, что я хочу сказать, если вы слышите или видите, вот увидели супер-классный тур, но стоимость шокирует, да, вот она запредельно высокая, не нужно отчаиваться, потому что всегда нужно проверить, разбить как пазл, тур на составляющие, а что туда входит? Если, например, вы увидели цену украинской компании, да, можно всегда посмотреть, а какую цену дает локальная компания в той стране, куда вы выбрали полететь. Угу. Иногда они отличаются просто, ну, очень сильно, потому что, ну, вы же понимаете, часто это маркетинг, да, и, ну, есть замечательная компания локальная именно на местах, а иногда, наоборот, выгоднее вот взять пакетный тур в Украине. То есть все нужно взвешивать, можно проверять, можно смотреть. Вот если привести пример сафари Кения-Танзания, если мы загуглим, да, то первые ссылки могут быть самые дорогие сафари, там, в которых стоит, например, между парками перелет на авиасамолете. Но на самом деле комфортно переезжать там и на автобусе. То есть нужно просто быть немножко детективами, да, и провести расследование, что входит в этот тур. И таким образом очень много вариантов комфортных туров, которые можно самим организовать. Ну и на завершение, топ-3 країни, в які ви порекомендували би поїхати або куди? Навіть Карпати входять в цей список. Топ-3 – це настільки складно. Но я би порекомендувала прежде всего, да, вот если мы также говорим и о бюджете, рассмотреть Занзибар, например, вместо Египта. Угу. Потому что на Занзибаре там дорогой перелет, но, например, жизнь там и стоимость проживания, она намного ниже, чем в многих других странах. Ну и также я бы рекомендовала, возможно, рассмотреть даты после Нового года, тогда стоимость снижается. Следующая страна, которую я бы порекомендовала, это США. Если у вас есть виза в США, то это просто вот номер один. Там очень интересные маршруты. И тоже лайфхак. Можно не бронировать тур. Там очень удобно взять в аренду автомобиль и самому поехать в национальные парки. Там все очень удобно, очень понятно. И также один из моих любимых видов отдыха – это круизы. Потому что круизы, стоимость, например, Египта и круизов, она часто вот просто одинаковая. Но в круизе это шикарный лайнер, это all-inclusive. И за короткий период времени, за 7 дней, можно посетить 3-4 страны. Ну, это просто вау. Это абсолютно другой уровень впечатлений. Мені подобається ваша остання пропозиція. Наприклад, якби в мене зараз була змога замовити у Діда Мороза побажання, я б замовила круїзну подорож. Ми ще раз дякуємо Юлії Яковлів, яка розказала, куди краще поїхати на Новий рік. І в курсі.
котре дякуємо вам за перегляд цього відео. Повірте, інформація така смачненька та актуальна, як гарячі пиріжки. І вкотре дякуємо вам за вподобайки, за ваші коментарі та за ваші підписочки. Продовжуйте в тому дусі.